Здравствуйте, мои хорошие, с вами Just Jack, и мы продолжаем проходить игру под названием House on the Hill, или Домик на холме. В прошлой серии нас оттарабанила какая-то непонятная ересь, и теперь, ну окей, но почему-то это было как-то странно. Либо нам нужно было идти обратно вот сюда, но вообще я ее закружил, ну как правильно, как надо было. Сосредоточиться. Я слышу что-то. Так, давай, пойдем посмотрим. Постоянно. Так, сейчас смотри. Это так. Он. А, вот, все, оно открылось. Все, я понял. Тебя. А, это я не там все ты сделал. Я понял. Ай-яй-яй. Тихо. А я, видали, по ДБДшному, это короче. Родители ждали сына, а пришел он. Это вот это типа павук? Етишкин, пасатишкин. Это типа павук? Это кокон? Это вот они вот это? Это что? Это как? Это за что? Зачем? Нож. Смотри, нож. Возьми его. Он так. Хочет пить. Старый в зазубринах. Он дрожит в моей сердце. Руке. Лезвие теплое. Печень. Это был подарок на день рождения. Они держат его здесь. Точно. Они держат его здесь. Вот что нужно сделать. Не понял. И что нам нужно? Себя в жертву принести? Короче, я так понимаю, мы должны достать 4 разных артефакта. То есть мы пошли сейчас вниз. Мы достали вообще абсолютно другой артефакт. Если бы мы пошли наверх, мы бы достали вообще что-то другое. То есть изначально у нас был алмаз. Теперь у нас мы нож достали. Сейчас и после этого мы пойдем еще что-то его достанем. Новая печень. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, дядя, не надо. Пожалуйста, не надо. Ты что, сумасшедший, что ли? Не надо, не беги за мной, пожалуйста. Я тебя очень прошу быстрее. Я иду, я ищу, я ищу, я бегу, я бегу. Я очень быстро бегу, я как можно быстрее бегу. Я бегу, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, все, я бегу дальше. Я не останавливаюсь, я не останавливаюсь. Я просто бегу, я просто самый неостановимый, неостановим. Ну, смотри, он не бежит больше. Я ему мозг оторвал. Я правильно иду, нет? А я не хочу просто, чтобы он меня поймал. А никто не хочет. Ага, подожди, нет. Стой, я обратно вернулся. А почему он не сохраняется? А я просто не хочу еще раз его видеть. Он очень непрекрасен. А как он перемещается? Вот у меня еще какой вопрос. Так, ну, мозг мы пронзили, правильно? Правильно. Так, а... Стой. Ну, я отсюда пришел, я пронзил мозг, и все, я больше никуда идти. Правильно я понимаю? А карты-то нет. А как я должен? А как я без карты-то должен вообще? Так, ну, нож у меня тоже есть. Окей, ладно, давай пойдем назад, посмотрим, может быть... Ну, если он нас сожрет, так сожрет, ничего страшного. Типа, мы сейчас еще раз пробежимся. Ну, просто... Непонятно. А где, ну, типа... Печень, мозг есть. Осталось найти сердце, получается. Правильно я понимаю? Нет, не сюда. Подожди. А, нет, стой. Давай дальше. Давай дальше идем. Потому что... Вполне может быть... Что это? Я просто думал, что мы заплутали по коридору, и мы вернулись обратно. А мы прошли дальше. Вот что, представляешь? Мы реально прошли с тобой дальше. Это не было запланировано. То есть, я просто, как всегда, я затупил. У меня топографический кретинизм мой сработал. И все, и я такой сижу, и не понимаю, что здесь происходит. А ты понимаешь? Я вообще ничего не понимаю. Давно уже причем. Ну окей, ладно. Ладно, ничего страшного. Так. Вон там наверху, возможно, последняя часть. Ну да, потому что вот здесь стоял постамент с ножом. Его сейчас смотри, здесь нет. Проткни его, быстрей! Ёпта!
Да, ну я же хотел проткнуть, подожди. Понятно, импортозамещение. Нужно было оббегать его. С другой стороны, нужно было его закружить. А я-то думал, надо успеть, ну я ж дурной. Окей. Это многосральная сороконожка. О, это все заново, сейчас опять бежать, вот это вот все смотреть на него, да? Не, ну ладно, сейчас-то, в принципе, принцип-то понятен. Сейчас будет не так, сейчас будет нормально. Сейчас будет все нормально. Да, он здесь, а я там. Я быстрее. Он, в принципе, нас не догонит, это всего лишь звуки. Ищи новые части. Да я, смотри, я просто быстро смотрю, хоп. Все. И он уже за нами не бежит. Теперь, смотри, что мы делаем. Мы просто идем, поднимаемся. Мы идем, поднимаемся. И мы с тобой сейчас его закружим. То есть он спрыгивает, мы разворачиваемся, бежим обратно. Он бежит за нами. Не зря здесь с двух сторон вот эта вот лесенка, смотри. Сейчас мы, получается, идем. Потом разворачиваемся, вот так оббегаем. И пронзаем ему сердце. Что там осталось? Сердце. Смотри, проткни его, быстрей! Все, бежим. Ну, по крайней мере, скорее всего, только так. По-другому никак. Абсолютно вообще никак. Ну да. Оп. Все. Меня засосало. Опасное сосало. Че? Че? Давай, давай. До свидания, сосюн. Все так четко. Я понимаю. Извини. Ему нужно было заменить сердце. Я должен был что-то сделать. Что происходит? В смысле? Окей, мы прошли вторую концовку, я понял. Я понял смысл этой игры. Мы спустились вниз, сейчас пойдем наверх, посмотрим, что теперь наверху. Не, ну, кстати, интересно достаточно. Достаточно интересно. Угу. Эй, я уже осмотрел здесь территорию и заметил незапертое окно. Обойди фасад, найди его. Открывай и пролезай внутрь, я скажу, что делать дальше. Окей, в этот раз у нас окно. Так, хорошо. Значит, давай в этот раз, ну, пойдем как так, наверх, посмотрим, что наверху есть. Блин, нифига себе, слушай. Да там столько всякого разного, а там закрытая дверь пройди еще, на например, была. Хозяйская спальня указана на втором этаже. Ищи лестницу. Вот, теперь он про лестницу говорит, да. Ну, то есть он продолжает про лестницу говорить. Вот смотри, видал, мы вот две уже прошли. Короче, мы с тобой две уже прошли. Поместится пол моего дома. Слушай, ну достаточно интересно. Не страшно. Вообще, в принципе, ну, не особо сильно страшно, если честно. Но достаточно интересно. Так, я начинаю ориентироваться все лучше. Вот. Здесь. А вот теперь нож лежит. Какая странная штука. Я думал, что таких кинжалов не бывает. Да, смотри, мы сейчас... Вот еще два артефакта. Да? Вот еще что-то. Да, странная штука. Но нам туда не нужно, так что забудь. Смотри, мы вот сюда вниз пошли, правильно? В прошлый раз. Пойдем теперь наверх. Посмотрим, что у нас наверху. В принципе, мы, по идее, должны были наверх идти. Так, нам ожерелье. Оно принадлежало бывшей жене и... Ого. Прикольно. Черт, откуда помехи? Ого. Картины. Ага. У картин есть глаза, смотри. Они светятся? Асу, 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 что? У, какая, ля какая, ля какая. Так, закрыто. Нужно придумать, как пройти дальше. Нужно отключить освещение, наверное? Возможно. Оп. Хм, раритет. Фотоаппарат. Такие вышли из... Много стоит? Щелкни пару раз. Проверь, работает или нет. Сейчас, смотри.
какая-то особая фотобумага? Ага. Современное искусство — странная штука. Да, я видел. Вот это мне нравится. Оп, хорошо. Сейчас, смотри, сейчас проявится и будет тут... Да, ага. Все. Ее же здесь вроде не было. Или у меня монитор барахлит? Ладно. Так, все, назад нас не пускают. Ясно, отлично. Спасибо, спасибо большое. Классненько, мне нравится. Вот это классненько. Вот это сейчас будет весело. Вот это сейчас пойдет. Вот это сейчас будет нормально. Сейчас мы будем фотографировать. Слушай. Ой. Мне нужно найти и открыть дверь в спальню. Ладно, пойдем. Сейчас, короче, смотри, а мы сейчас картины будем фотографировать, смотри. Рано или поздно мы нарвемся на скример. Да. Я сейчас все буду, короче, такие фото... Это... Блин, как красиво. Оп, оп. Погнали, погнали, погнали. О-о-о! Во, нормально. Это... А, это... Помнишь этот 101 далматинец, короче, такая была? Так, не открывать. Окей. Не открывается, так не открывается. Ну и фиг с ним. Так, здесь. Ну-ка. Так, 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 так. О, отлично. Сейчас мы тут наведем порядок. Сейчас мы шмончик-то наведем. Сделаем все здесь по красоте. Про красоту лично. Так. Слушайте, ну, в принципе, прошлая глава как бы не особо сильно страшная была. О, вот здесь по-любому что-то надо. Смотри, 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 смотри. Чекай, чекай, чекай. Хоп. Нет? Нет. Блин, жалко. А я думал, что, представляешь, если мы... А если вот так? Так, потрясти, потрясти. Нет, блин, жалко. Жалко. О, сейчас что-то будет. Вон там, смотри, что-то есть. Так, продолжаем. О, пошло, пошло, пошло. Это на Здислава Бексингского уже немножко похоже. Вот такие вот картины. Мне нравится Здислав. А вам? Если кто вдруг не в курсе, посмотрите обязательно его картину. О, она теперь лыбу давит. Сейчас будет скример, да? Так, давай дальше. Фотографируем. Смотрим. Ого, вот это тебя расколбасило уже, мадам. У-у-у, какая красота. Етичкин, постатичкин. На этом столе должно было что-то лежать. Так, газета 6-летней давности. Одна из статей выделена карандашом. Это заметка о пропаже известной художницы и ее сына. Имя затерлось, не могу разобрать. Пропажа сына и художницы? Так, сейчас что-то тут будет. Оп. Кассета. Кассета. О, сейчас, сейчас кассета проявится. Угу. Шикарно. Бред какой-то. Не может быть. Да нормально, братан, я тебе говорю, все хорошо. Расслабься. Получаю, да, телевизор без проводов. Беспроводные телевизоры. Слушай, они живут в будущем уже. Так, ставлю на VHS кассета. Дратути. Включаем. Плей. Повнимательней. Смотрим. Так, ход. Изменная художница и фотограф. И ее сын. Их поиски продолжаются. Мы ждем официального заявления от представителей полиции. Выражаем соболезнования супругу господина. И? А, все, дверь открылась, да? О-о-о-о. Ясненько, телепортирующаяся мадам. Ну, такое. У меня тут проблемы со связью. Ладно, давай поищем еще немного. Ёб твою мать, ёб твою мать. Вот это скример. Улыбаешься, да? Ну и улыбайся, ладно. Вот это скример, вот это было сейчас, да. Вот это было сейчас, не, ну нормально, не страшно, но нормально. Нормально. Типа... Пойдет. Дернуло, дернуло. Было дело. Вот. Ладно, хорошо. В прошлой серии мы были где-то в средневековье. Сейчас мы идем спокойно. Никого не трогаем. Идем спокойненько. Аккуратненько. Никого не трогаем. Заходим. О, куча фотографий. Заметил количество снимков? Кто-то здесь увлекался фотографией. Или хотел заснять что-то определенное. Да, явно что-то хотел определенное заснять. Так.
Так. Окей, шкаф. Шкаф не открывается. Ты? Нет, пока что ты не хочешь открываться. Ой-ой-ой-ой-ой, я просто оттягиваю время, сейчас, подожди. Ага, я знал, что вот эта фигня нам пригодится. Скорее всего, смотри, если мы сфотографируем с правильного ракурса, то у нас откроется на чердак дверь. Угу. Угу. Подожди. Вот здесь? Мачас? Начас-мачас? Нет. Слушай, а если... А вот так? Не, ну мало ли. Эх, я надеялся, что в зеркале что-нибудь появится. А оно не появилось. Так, смотри, нам нужно сфотографировать, наверное, вот с этого ракурса. Правильно? Вот она, дверь. Ха! Не, прикольно, кстати. Классненько. А, это даже не дверь, это проход. А, нет, это дверь. Оп. Ну, окей. Предположим. Я знал, что раньше здесь жил ребенок. Но почему это единственное, что от него осталось? Где его спальня, игрушки? Хоть что-то. Дверь закрылась, ясно. Так. Упаковка от сильного успокоительного. На ней сказано, что оно помогает от вспышек агрессии. Судя по рецепту, который лежит рядом, ее выписали для хозяйки дома. О, ну все. Давай, я готов. Я готов ловить в лицо. Давай. Он это кто? Любовник? Любовник по Любасику, да? Блин, как-то надо успеть. Ну блин, ну ютить, ну я хотел с этот, ну... Творится что-то очень странное. К черту все, к черту ожерелье. Ищем выход, тебя нужно вывести. Ожерелье, смотри, теперь нам нужно реально ожерелье найти. Так, подожди, нет, нам надо найти ожерелье, иначе мы уже никак не отсюда не выйдем. Так, тебе нельзя здесь оставаться. Пролезай через балкон, прыгай и уезжай отсюда. Оно того не стоит. Как это? Нет, подожди, я пойду. А сохранение было, интересно? Тихо, отойдем. Вон, смотри. Окей, давай фотографировать. Не, ну мне уже, если честно, стало интересно. Ну, типа как? Так, это рисунок. Это может быть арты? О, ну мы можем дальше пройти, окей. Не, я не хочу вылезать. Я не буду его слушать. Я не буду вылезать отсюда. Мы сейчас получим свою дозу скримеров. Сейчас мы все тут узнаем. Сохранение. Так, 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 так. Сейчас мы тут все, сука, узнаем. О, смотри. Нравится мне это. Оно само слезло. Художники или писатели про смысл своих работ? Не верь. Они всегда пишут только о себе и своих проблемах. У этой женщины было полно проблем. Подожди, это каждую отдельно, блин, надо фотографировать, да? Ну, етишкин, пассатишкин. Ну, так, это нога. А, нет, это рука. Немного затупил. Рука, не нога. Так, это... Подожди, это мы уже проявляли, такую фотографию. Мы такое уже проявляли. Глаза. Это... Ой! 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 А ты затупила, да? Дратути. Давай мы тебе вот так, хоп. Или вот так, хоп-хоп, хоп-хоп. Хоп, хоп-хоп. Не вот так. Вот так, хоп. Вы затупили, да, мадам? Алло. Это должен был быть скример, наверное, но... Или нет, не знаю. Ладно, давайте дальше просто... Проявляем, смотрим. Она, наверное, возможно, когда-нибудь она нас грохнет. Ну, это не точно, но окей. Просто не будем оборачиваться, будем ходить к ней спиной, будем игнорировать эту проблему.
мы просто будем стоять спиной. Так, это дом, который построил Джек из своих кирпичей. Это у нас что? Это какой-то лес? Лес. Хоп. А, здорово. А что ты меня преследуешь, тетя? Я сквозь тебя пройду. А не хочешь ты меня выпускать? Да? А что тебе надо? Скажи мне, пожалуйста. Я, может, тебе подскажу, что? Ты скажи, что тебе надо, что надо. Вот, вот так. Чё? У меня... Ай, 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 я ай. Тебя... Вообще ничего не слышу. Не понимаю ни слова. Так, это у нас рисуночки продолжаются. Хорошо. Это сейчас нам что, подсказывает, что нам нужно... О! Вспышечкой фигарить. О! Не, ну я же до этого фотографировал, только со спины. Короче, фотографируешь, и монстр пропадает. Ясненько. Ну, понятно. Ну, ясно, ну, понятно. Ну, что. Это, в общем, нам сейчас показали. Так. А-та-та-та-та-та. Тра-татушечки-та-ти-ра-та. Тра-та-ти-ра-та-татушечки. Тра-та-таршки-та-ташечки. Так. Ну-ка. Добрый вечер. Пропадайте. Пропадалите. Пропадалите. Спасибо. Пропадаю я. А, мы уже не можем выйти. Смотри. Интересно, а если бы я выбрал реально просто пойти вниз спрыгнуть? Ой, ну не надо, ну ты там стоишь, да? А куда идти? Интересно. Так. Интересно. Фото! Слышишь? Делай фото! Да все, я сделал уже, ну, отстань от меня. Все? Ну только не надо, ну пожалуйста, ну. Ой! Так я ж сделал фото. А, не, подожди, все нормально, да? А, все, она ушла наверх. Хорошо. Так, теперь нам на чердак. На чердак. Ла-ла-ла. Да, чувак, ты давай в себя уже приходи. Ну что ты-то в самом-то деле? Она ж тебя там не сильно ударила. Ого, нифига у него. Видали, какие у него прекрасные кроссовки? Вообще красотища. Так. Сломанный фонарик. Он больше не работает. Не, кстати, прикольно. Это вот как раз-таки этот, как его? Не, прикольно, прикольно. Ща будет, вот сейчас будет немного жутковатенько. Представляешь, вот так вот идти в темноте в полной. Во. Ой, это я помню такие игры, да, я такую игру помню. Так. Так, достать или убрать? А, это маман, смотри, она ее била. Она ее била, короче. Вот такой прием использовался еще в одной игре. Называлась эта игра Cry of Fear. Мы вот так же вот ходили, короче. И потом там в конце нас такой дресней обос... Это я вообще... Вот. Не дай бог сейчас будет то же самое. Я расстроюсь. Серьезно. Ну, серьезно! Ну, то же самое, это ж Cry of Fear, ну, чувак, это ты либо отсылочку сейчас сделал к Cry of Fear, либо чё? Блин, ну, как так-то? Ну, как так-то? Чувачело. О, смотри. Ой. 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 Ай. Окей, кого-то зарубили. Так, записка ребенка. Эту записку ребенок писал в темноте. Она оставила его на чердаке умирать от голода. Безумная сука. Прости меня, мама. Я больше не буду плакать никогда. Вернись, я очень хочу кушать. Я скушаю все, что ты приготовишь. Хочется закрыть глазки.
Мама, не бросай меня. Кушать, кушать. Мама больше меня не любит. Кушать. Вот это, конечно, стрёмное дерьмо. Когда... Да блин, откройте. Когда мама тебя больше не любит, и тебе просто надо... Ну, это же жесть. Это реально жесть. Так, мы сейчас на чердаке. Сейчас будет, только не говори, что сейчас битва будет. Вот это вот. С боссом. Да вы выслеживать ее, выфотографировать. Вот это вот все. Так, вот здесь. Да ну нет. Я понял, надо ее... Надо ее выслеживать, типа, да? Типа... А, серьезно, блин, ну, what the fuck? Окей, погнали. Блин! Ой, сейчас будет тупо. Это реально, это не страшно. Это вообще не страшно ни разу. Ну реально, серьезно. Это даже обидно. Сейчас загрузки, писаешь эти постоянно. Ой, марши фрнам фрнакрчка щамашка. А что делать-то? Я же ее успел сфотографировать. Не понял. Очень непонятно. Вообще непонятно. Вообще ни хрена непонятно. Окей. Да блин, ну как так-то? А, как, ты издеваешься надо мной, что ли? А как я должен понимать? Оно же даже непонятно, как оно двигается-то. Понял. Теперь типа мне прилетел скример в лицо. Как? Это корявая какая-то кусок говнища. Это корявая битва с боссом. Блин, это все так предсказуемо и так тупо, реально. Ну, блин, ну ты серьезно? Типа, окей, камон. О. Я понял, надо в центре стоять. Это надо было в центре в освещении стоять, она света боится. Потому что она же в темноте. Окей, мы ее победили? Слышишь меня? Связь вроде появилась. Ты в порядке? Да, в порядке, все нормально. Что это было? Это было все окей. Я наблюдал с камеры и просто не мог с тобой связаться. Бред какой-то. Не может этого быть. Думаешь, она убила своего сына, а муж отомстил? Если так, то... Она это заслужила. Скорее всего. Вот почему ее не нашли. А, он ее... О, блин. Можно? Понял. Я пришел сюда ради этого? Хоть по всему, да. Мы нашли то, что искали. Ты увидел, что хотел. Теперь можешь уйти, да? Да-да-да, угу. Хорошо. Окей, так. И получается, сейчас у нас будет последний, да? Четвертый. А куда нам интересно четвертый раз? В подвал мы сходили. На кухню мы сходили. На чердак мы сходили. Теперь где?
Окей, давай посмотрим. Давай глянем. Я думаю, что эта серия будет подлиннее. Но мы за две серии, короче, пройдем игру. Скорее всего. Замок да? Здесь электронный. Система чуть сложнее, чем... О, черт. Ладно, дело есть дело. Мы должны попробовать. Заходи. А, тут уже просто открыто. Хорошо, просто открыто уже, ясненько. Так, смотри, значит, у нас уже 4, если что, светится. Точнее, 3 из 4. Пока что эта дверь не открывается. Камин горит. Наверное, уборщица приходила. Не бойся, по ночам ее не бывает. Да-да, уборщица. Так. Это сюда? Там нет ничего интересного. Идем. Понял. Нас уже сюда не пускают. У тебя получилось открыть? Хорошо. Но может не стоит туда заходить? Да? Думаешь, не стоит? Как по мне, выглядит как фальшивка. Пойдем, мы пришли за другим. Так, так. А где висюлька? Нет, а, вот она, висюлька, постамент с висюлькой. Ожерелья всегда напоминали мне ошейники. Забавно, как легко можно спрятать правду за золотом. Так интересно. Блин, только не говори, пожалуйста, что... Нет, я не хочу это заново проходить. Давай... Не-не-не-не, я не хочу это заново проходить. Ты чего, гонишь? Не-не-не-не-не. Нафиг оно надо, вы чё, издеваетесь? Замок здесь электронный. Система чуть сложнее, чем... О, чёрт. Да-да, чувак. Дело есть дело. Двери просто больше нет. Мы должны попробовать. Давай, я иду. Не, просто я не готов. Лично я не готов. Я просто зашел в подвал, он закрылся. Камин горит. Наверное, уборщица приходила. Не бойся, ну, кстати, интересно. С другой стороны, если мы бы заново вообще, интересно, все прям проходили. Или как это бы выглядело вообще? Не, вообще, я думаю, давайте, наверное, на следующую серию вот это оставим, на третью. 33 минуты. Получилось открыть. Хорошо. Но да. Не стоит туда заходить. Давайте, короче, мы вот это оставим на следующую серию. Я думаю, что тут еще на полчаса будет примерно. В общем, ребятушки, увидимся с вами обязательно еще в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх. Обязательно ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Еще увидимся. Аривидорчи. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот грёбаный канал. Ага. Спасибо, бро.